В соответствии с поручением, данным посланием главы государства от 14 декабря 2012 года, «Казахстан-2050. Новый политический курс состоявшегося государства», разработан проект закона Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления, который вносится на ваше рассмотрение. Целью законопроекта является создание правовых условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на осуществление местного самоуправления. Законопроект направлен на решение следующих задач. Первое. Повышение роли населения, аулов, сел, поселков, городов районного значения в решении вопросов местного значения через собрания, сходы местного сообщества путем внесения дополнений и изменений в закон о местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан в части регламентации порядка формирования, проведения и полномочий собраний, сходов населения села. Обязательности обсуждения собранием или сходом вопросов финансирования мероприятий местного значения. То есть аким обязательным порядком рассматривает то или иное решение собрания сходов, но потом также информирует население о принятии либо отклонении им решения с учетом соблюдения законности. Предоставление местному населению права участия в мониторинге за использованием бюджетных средств, выделенных на решение проблем местного значения. Как известно, сегодня сельский аким администрирует 15 бюджетных программ. Ну и мониторинг будет осуществляться посредством участия в определении направлений состава расходов, заслушивания отчетов акима по исполнению расходов денег местного самоуправления, а также через контроль за использованием средств отдельных по мероприятиям. Второе. Внедрение механизма активного вовлечения городского населения в процесс принятия управленческих решений самых насущных проблем в части наделения маслихатов городов областного значения, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан полномочиями создания общественных структур для взаимодействия акима города с населением. Данные общественные структуры будут создаваться в форме консультативно-совещательного органа, которые будут содействовать акимам городов в обеспечении охраны общественного порядка, безопасности граждан, надлежащего функционирования жилищно-коммунальных служб, санитарного состояния и другие. Третье. Повышение роли маслихатов при назначении или избрании акимов в городах районного значения, сельских и поселковых округах в части введения нормы о выборности акимов городов районного значения, поселков, аулов, сел, аульного сельского округа депутатами маслихатов в соответствии с порядком, определяемым президентом Республики Казахстан. Выдвижение кандидатов в акимы будет осуществляться акимом района на альтернативной основе, не менее двух кандидатов на должность акима после консультации с местным сообществом. Выбирать будут депутаты маслихатов. Четвертое. Акимы нижнего уровня управления наделяются полномочиями, которые расширяют их финансовую и экономическую самостоятельность. Для этого вносятся изменения и дополнения в бюджетные налоговые кодексы, кодекс об админправонарушениях, законы о местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, о рекламе, о государственном имуществе в части предоставления акимам права формирования собственных доходных источников, включающих доходы от аренды имущества, находящегося в ведении акимов. Сегодня будет та часть районного и коммунальной собственности, клубы, и библиотеки, и детские сады будут передаваться в ведение сельских акимов. Добровольные сборы, благотворительные спонсорские взносы, отдельные виды штрафов. Плата за размещение наружной рекламы, прочие источники, не противоречащие законодательству. Второе. Утверждение планов поступлений и расходов денег местного самоуправления после согласования с собранием местного сообщества. Третье. Открытие специальных счетов в органах казначейства для отражения доходов и расходов, направленных на реализацию функций местного самоуправления. Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию конституционного права граждан на осуществление местного самоуправления в части выражения воли и излияния населения через собрания и сходы, проведение выборов акимов городов районного значения, сельских округов, сел, не входящих в состав сельского округа, маслихатами районов городов, повышение заинтересованности населения в получении качественных жилищно-коммунальных услуг, улучшение санитарного состояния, общественного порядка посредством участия в принятии управленческих решений и активное вовлечение городского населения в решение местных проблем, а также участие местного населения в мониторинге использования бюджетных средств, выделенных на решение проблем
местного значения и поэтапное и последовательное укрепление самостоятельности акимов нижних уровней в решении актуальных вопросов местного значения посредством наделения их коммунальной собственностью финансовыми средствами. Прошу поддержать. Благодарю за внимание.